Коллеги посетили наш город в рамках 6-й выездной сессии конференции региональной тележурналистики. Цель – создать постоянно действующую площадку для обмена опытом, чтобы на базе творческой лаборатории обучать журналистские кадры и привлекать молодых специалистов. Вот это вот взаимное, так сказать, проникновение ваших и наших интересов на телевидении, на радио, они вот пересекаются, и нам очень приятно здесь бывать. Хотим меняться опытом, хотим узнавать больше о том, что вы здесь делаете, чем мы могли бы вам помочь, что мы могли бы у вас почерпнуть. Среди приглашенных гостей представители телеканала «Россия-24», Белтелерадиокомпании, СТВ, Белорусского союза журналистов, эксперты в сфере коммуникации, студенты и преподаватели вузов. Главная задача – обсудить наиболее актуальные вопросы производства регионального новостного контента. Тем ценнее журналистское слово, тем ценнее ваша работа, когда вы собираете новости в своем регионе, рассказываете то, что на самом деле близко и понятно вашему зрителю, вашему читателю, вашему слушателю, имея в виду то, что бобруйское житё – это настоящий медиахолдинг, современный медиахолдинг. Программа выездной сессии включает в себя 3 насыщенных дня. Посещение предприятий города, экскурсии, лекции, мастер-классы. Подробнее об этом расскажем в программе «Итоги недели». Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.